тут кафе в Камране. Я вам немножко покажу обстановку обычного вьетнамского кафе по утру. Детишки, водопадик. Приходят с семьями, с детьми. Сегодня воскресенье. Все хорошо, весело, красиво. В общем, тут не скучно. Таких кафе в Во Вьетнаме много. Это кафе без еды, кафе, куда приходят пообщаться, посидеть с телефоном, просто утром выпить кофе. Вот, город Камрань. Кафе по утру. У нас 7 человек. Мы попили кофе, сок, кофе с мороженым, заплатили 153 доллара, если кому интересно. Вот, сейчас поедем дальше.